Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы с раком груди более 30 лет назад. В эти дни медицинские и общественные организации активно привлекают внимание к проблеме онкологии молочных желез. Давайте дадим слово руководителю организации, которая выступила организатором конференции «Воронеж Брест Митинг», кандидату медицинских наук Ольге Витальевне Засеевой. Наша компания уже около 20 лет занимается пластической и реконструктивной хирургией. Когда мы начинали этот проект, это было, все находилось достаточно в зачаточном состоянии, и реконструктивные операции на молочной железе выполнялись в очень маленьком объеме. Сегодня, благодаря новым технологиям, которые были доступны в Европе и в Америке, эти же технологии стали доступны и в России. Поэтому сегодня женщина может рассчитывать на одномоментную реконструкцию молочной железы, где ткань молочной железы заменяется имплантом. Это проводится за одну операцию. Либо может проводиться двухэтапная реконструкция молочной железы, где специальные препараты экспандерной техники устанавливаются, а затем меняются на импланты. На самом деле самый распространенный вопрос, насколько это безопасно. На сегодняшний момент мы предлагаем на российском рынке самые качественные американские импланты и американские экспандеры, которые зарекомендовали себя очень хорошо во всем мире. Они применяются огромным количеством специалистов, и на самом деле это самые безопасные продукты, которые сегодня доступны для реконструктивной хирургии молочной железы. Другой вопрос, нужно ли это делать вообще, потому что когда мы начинали, совсем был другой подход, считалось, что нужно в первую очередь думать о сохранении жизни, а потом уже о сохранении эстетического результата. Но, безусловно, поскольку рак молодеет, и каждая женщина хочет оставаться красивой и привлекательной, безусловно, это обязательное, мне кажется, что это обязательно на сегодняшний момент условия для того, чтобы не чувствовать себя больной, а чувствовать себя перенесшей заболевание и поправившейся. Поэтому мы очень плотно работаем с ВАКОДом. Это одно из центральных учреждений нашей страны, которое занимается реконструктивными операциями и занимается очень успешно. Вы слышали, это почти 850 операций за последние 5 лет. Поэтому сегодня мы проводим мероприятие совместно, на которое мы пригласили ведущих специалистов страны, которые занимаются этой проблемой, исследуют ее и проводят большое количество операций. Для того, чтобы пациенты понимали и знали, что их ожидает и на какой результат они могут рассчитывать, мы проводим форум «Верни маму». Этот форум специально рассчитан на пациенток, которые либо готовятся к операции, либо перенесли операцию по удалению молочной железы. Те же самые специалисты расскажут доступно женщинам о том, как проходят эти операции, какой реабилитационный период, на какие результаты они могут рассчитывать. Поэтому приходите, мы расскажем все, что знаем, для того, чтобы вы были вооружены. Потому что самое главное запомнить, что сегодня рак – это не приговор, особенно рак молочной железы.